Добрый день и здравствуйте, уважаемые любители российского футбола, особенно болельщики Владимира и Калининграда. В прямом эфире самый запад России, старейшее спортивное сооружение нашей страны, стадион «Балтика». Именно здесь все готово к началу матча первенства России по футболу среди команд второй лиги. Это группа 2А. В седьмом туре встречаются «Балтика» БФУ и «Торпедо» Владимиру. И обе команды готовы к началу поединка, равно как и арбитр сегодняшней встречи. Он на ваших экранах, Юрий Карпов из Петрозаводска. Помогают ему на линиях Андрей Савин и Александр Захаров, инспектор Виталий Федулов. И понеслась. С центра начинают калининградцы, сразу длинная передача вперед в линию атаки. Он атаки «Балтики» ведет, ему и нужно выполнять хороший обостряющий удар в створ первый, и голкипер на месте. Борисенко приложился из-за пределов штрафной. Для статистики есть. Двигается вперед, партнера находится, еще левее, который находится. Тот войдет в штрафную площадь, с правой пробил в ближний, хороший удар, плотный. Пошла подача верхом на дальнюю штангу, борьба на втором этаже. Есть удар, хороший удар, но чуть выше ворот мяч пролетает. Это мог Михаил Рыбалка отличиться. Потеряли торпедовцы при выходе из обороны. Хорошая передача во второй темп. Удар, может быть, не совсем получился, но сама по себе атака получилась хорошей. 4 в 3. Вот выход хороший у балтийцев есть. Проникающая в штрафную. Голкипер играет. Нет, не стал трогать мяч. Тот прокатывается рядом со штангой, но будет угловой. Не ошибается. Сыграл на опыте. Итак, этот поединок закончился в ничью 0-0. Каждая команда осталась при своих. Много сил было отдано борьбе. Но никто из игроков и той, и другой команды не преуспел в результативных действиях. Счет матча «Балтика-Торпедо» на ваших экранах 0-0.